Викторович Лазарев, главный тренер, и его помощник, играющий тренер Владимир Александрович Клеменкин. Итак, Владимир, с победой вас. Скажите, пожалуйста, как сегодня была вам игра? Красивая игра была, содержательная. Моментов было много, не использовано. Очень красиво были забиты штрафные, что в исполнении Горной, что в исполнении Делари. Хотел сказать огромное спасибо судейству, очень объективно. Спасибо сопернику, не было никаких провокационных действий, не было таких отрицательных моментов, которые могли пойти на некрасивую игру. О том, что команда Горная претендовала на третье место. Претендует до сих пор. До сих пор претендует, спасибо. С командой «Утинский хлеб». И для них была эта игра также значимая. При случае в случае победы они бы становились бы одними из претендентами на третье место. Так что игра была очень интересная, содержательная. Мне и как зрителю, и как тренеру очень понравилась.